С этими трубками, о которых пойдет речь дальше, можно было бы снимать ремейк фильма «Звонок». Air Berlin запретит смартфоны Galaxy Note 7 в своих самолетах. Об этом пишет авторитетный немецкий портал Bild am Sonntag. Издание ссылается на представительство авиакомпании. «Безопасность пассажиров превыше всего» – это цитата, которую приводят СМИ. Речь идет о запрете на использование и зарядку смартфонов от Samsung на бортах самолетов Air Berlin. Пишут, что авиакомпания будет предупреждать пассажиров о запретах, в смысле тех, кто об этом не слышал из СМИ. Ранее Samsung Galaxy Note 7 признали опасным в США. Смартфонами рекомендовали не пользоваться вообще. Желательно даже не включать. Все потому, что у смартфона взрываются или возгораются аккумуляторы. По сравнению с этим, косяк в iPhone 6 с гнущимся корпусом кажется просто детским лепетом, согласитесь. 2 сентября Samsung осознали весь масштаб своего фейла и приостановили продажи девайса. В сети ходят теперь шуточки, типа в коробку с Galaxy Note 7 вам положат огнетушитель и все такое. Вот целая подборка. Например, некоторые усмотрели параллели между «Эль Дьявол» из «Отряда самоубийц» и огнеопасным смартфоном. Типа, вот как Samsung ставится на зарядку. А вот так Galaxy Note выгружает фотки в облако на зарядке. Есть еще вариант. Что случилось с ракетой SpaceX? В ней оставили Note 7. Или идет медведь по лесу, видит, машина не горит, сел в нее, поставил Note 7 на зарядку. Ну и шутки для фанатов «Игры престолов». Note 7 – это специальная версия для Мелисандры. Кто смотрел, тот поймет, о чем я. Короче, пожарных на корейцев не хватает. Ай-яй-яй.